Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить моник при регистрации. Если вы введете моник и прокачаете с третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч дам вам. Поэтому можете вводить моник при регистрации. Также можете вводить по промокод на шестом уровне. Он здесь что есть в описании под видео, поэтому заглядывайте. Сегодня у нас будет новое видео, посвящено казино. Как вы знаете, в предыдущей серии я купил себе новую машину, именно вот эту, которую вы сейчас видите. Она довольно-таки такая хорошая, неплохая, с лаунч-контролем. Валит нормально, такая красивая. Но бабочки мы потратили, поэтому сегодня я вынужден как бы поехать в казино. И хочу попробовать их вернуть. Это первое казино в этом году, пацаны. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Так, посмотреть заявки. Заявок вообще нету. Давайте еще глянем. Так, вот втроем на 5000. Давайте сразу залетаем и попробуем поднять бабло. 1-1, конечно, ебать, поднял бабло, пацаны. Просто сразу сходу поднял, потому что я проебал, блядь. На 5000, давайте залетаем втроем на 5000, короче. 4-1, 4-3. Так, я надеюсь, у меня выпадет 2-4. Так, я его победил или нет? Что-то я нихера не понял, типа, почему я играть не могу? Я почему-то, типа, выиграл или что я сделал? У меня написало, типа, ваш инвентарь заблокирован. Или что-то типа такого. Что за бред? Так, 4-1, 2-6, 3-3. Бля, я проебал. Так, вот на 5000 втроем сейчас залетим. И попробуем выиграть. Блин, я уже проебал где-то 1015 фишек. Ну, 6,5 путь, пацаны, выпало все это, пиздец. 5-1, да, он выиграл. Давайте я создам, короче, на 5000 втроем. 2-1 не выпал. Ну, пиздец просто. Ну, как так-то, блин, я не понимаю. Почему такой просто жесткий слив у нас идет? Давайте я еще раз создам. 5000 втроем. Все, это последние мои 5000, потому что больше нету. 1-2 просто выпадает. Какая же херня полнейшая просто. Какая же просто дичь, понимаете? Мне 1-2 выпало. Так, все, я создал 5000 втроем. Мы сейчас попробуем, короче, выиграть. Хотя нет, стоп. Не хочу я создавать, мне что-то не везет. Вот, втроем хотел залететь, не получилось. Так, давайте, пусть они создают, потому что мне не везет, когда я создаю. Я тупо, у меня такой слив жесткий сразу идет. Вот, втроем. Все, залетели. И попробуем сейчас, короче, выиграть. 5-4, 2-6, так, окей. 6-2. Блять, ну пиздец, ну... Вот почему так не везет, сука? Почему, я не понимаю, блин. Я еще ни разу не выиграл. Я просто еще ни разу даже не выиграл, понимаете? Ну, в чем прикол? Ладно, если бы я выиграл, я бы еще, ну, не так бы переживал. Не, ну это все, пацаны, это тотальный слив просто. Ну, вообще, без варика. Это просто такая дичь, пацаны, я реально в шоке. Вы видели сами, у меня тупо сливы везде были. Но... Не будем расстраиваться, сейчас, короче, я рулетки куплю. Все, 3 рулетки я золотых купил. Давайте, короче, покрутим сейчас их. Возможно, нам хотя бы там повезет. Давайте крутанем, возможно, машина, конечно, выпадет. Хотя я очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, выпадет, скорее всего, экспиха какая-то. Ну, я же говорил, пацаны, выпадет экспиха. Во-во-во, вот это уже другое дело. Давайте покрутим. Бля, лишь бы деньги выпали, пожалуйста, просто. Тут экспих довольно-таки мало, но мне кажется, может даже экспиха выпасть. Я надеюсь, этого не произойдет. Потому что экспиха мне вообще не нужна. 77 тысяч, вы что, издеваетесь просто? Я хочу хотя бы лям, либо 5 миллионов. 120 доната, окей. Давайте их сейчас обменяем на, получается, рулетку. Так, вот, еще одну рулетку давайте купим. И покрутим, потому что, ну, блин, я хочу что-то поднять. Я не хочу уходить с пустыми руками. Сейчас по-любому экспиха выпадет, это 100%, потому что, ну, нам выпало 77 тысяч и донат, все. Если бы машина выпала, было бы вообще шикарно. Но так сейчас экспиха выпадет. Ну, как я и говорил, пацаны, все, ебать, это полная хуйня просто. Я проебал просто впустую. Я мог эти рулетки даже продать. Я мог бы 4 рулетки продать за почти 4 миллиона, понимаете? Ну, я просто просрал эти рулетки и все. Реально, что-то невезение какое-то в этом году. Ну, не будем как бы расстраиваться. У меня еще осталось почти 8 миллионов. Это тоже как бы неплохо, я думаю. Хотя, блин, лучше было бы, конечно, если бы мне с рулетки что-то выпало бы нормально. Там машина, либо 5 лямов, как в прошлом видосе. Точнее, в позапрошлом. Но в итоге в казике мы проебали деньги. Мы проебали в казино где-то лям. Не, где-то 2 ляма. Да, 2 ляма мы в казике проебали. С рулетки нам ничего не упало толкового. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.